Добрый день, я Колесникова Инна Олеговна, студентка 5 курса Крымской медицинской академии имени Сергея Ивановича Георгиевского. Хочу показать вам свой самый обычный рабочий день. Прошу за мной. Колесникова Инна является очень активным кружковцем, участником студенческого научного общества кафедры общественного здоровья и здравоохранения. В данной ситуации хочу сказать, что предметом ее исследования является достаточно актуальная тема младенческой смертности, перинатальной смертности в Крыму, что является главным, одним из главных компонентов формирования демографической ситуации. Меня поражает в ней неимоверная работоспособность. Я получаю от нее результаты работы вплоть до того, что в 2:40 ночи. Она обучаемая, она хочет знать больше, она хочет сделать больше, и это у нее получается. Уважаемые друзья, хочу сказать пару хороших слов про нашу студентку Инну Колесникову. Она является старостой кружка на моей кафедре, кафедры внутренней медицины номер 2, активно занимается наукой в области терапии внутренней медицины. И как замдекана хочу сказать, что это очень активная студентка, не раз выезжала со своими докладами и научными разработками в разные города Российской Федерации, занимала там призовые места. И прошу вас всех поддержать ее. Но это еще не все.